Перелеты из Анапы в Симферополь будут выполняться 7 раз в неделю. Вылет из Анапы в понедельник, среду, пятницу и в выходные дни, субботу и воскресенье. Минимальная стоимость билета в одну сторону составит 1500 рублей. Напомним, что новое направление, второе по счету, связавшее Краснодарский край и аэропорты Базел-Аэро с новым российским регионом полуостровом Крым.